Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы продолжаем с вами, кто он у нас? Steel Rising, естественно, мы на острове Си-Те. Бля, я вот так кайфую, нашел ограничитель у себя на стуле. И периодически страдаю херней. Жалко, что микрофон динамический. Если я отклоняюсь назад, то, соответственно, меня ни хрена не слышно. Вот, поэтому приходится сидеть в таком более собранном состоянии. И мучаться с больной непосредственно спиной. Так, это у меня плюшки. Безделушки. 9224. Но это мне немножко не хватает. Я думаю, что сейчас убью пару-тройку автоматонов. И там один стоит, там второй стоит. Надо как-то подобраться так втихаря, чтобы они меня не видели, а я их видел. И из-под тяжка дать пизды. Ну, в принципе же, неплохая идея. А мне так план вообще шикарный. Где он стоит? Где-то за костром стоял. Куда он делся? А, вот он стоит. Смотри, тихохонько, тихохонько. На нахуй! Хорош. Тот второй дурачок меня не заметил. Значит, можно будет тоже к нему подойти тихоря. Это что, трупное окоченение, что ли? Схуяли он остался-то, когда у него опора упала. Ну ладно, я в этом ничего не понимаю, да и над мертвыми смеяться нельзя, но тем не менее. Он же не настоящий, он же пиксельный, поэтому можно и поражать немного. А здесь я, наверное, пойду... Вот сюда схожу. Главное все делать тихо и аккуратненько. Тогда все будет отлично. Главное к этому дурочку еще подобраться супер тихонько. Есть контакт. Ну, чуть-чуть, конечно, задел меня. Ах, ты ж подожди. Это если я сейчас себе прокачаю уровень, они же обратно вернутся к жизни. Тогда мне это не надо делать. Ой, как там страшно, я туда не хочу. Не-не-не, там серьезно, там очень страшно, я не хочу туда. Возможно, конечно, придется сходить, но желание у меня от этого больше не стало. Наверх? Нет. А, ха-ха-ха-ха-ха. А чё ты не цепляешься? Опа. Здравствуйте. Сундученский. Мое почтение. И что у нас тут? Модуль сопротивления огню, ключ от модуля. Так, кот, не кричи, не пищи. Блин, ну походу придется сюда зайти. За звуки такие страшные. А, это кузнец. На кузнеца-то мне насрать как раз-таки. Ах, по... Хотел сказать падла, но не вышло. Сюда иди! Что я тебе говорю? Скотина. Альфуня, можно не кричать, пожалуйста? Если ты слышишь, как кричит кот, то знай, он очень недоволен. Это единственный нюанс, что я не знаю, чем он недоволен. О, я могу туда. Ну, наверное, мы сейчас так и сделаем. Сначала я тут пройдусь, разберусь. Ничего не прячется, да? Ничего прям нет тут? Ага. А если я сюда загляну? Какая-то дверь. Нужно найти что-нибудь, что я смогу использовать вместо рычага. Блядь, руку используй! Ты же, ну, как бы робот, нет? Ну, автоматон.
Видимо, это не то. Ладно, хорошо. Опа. О. Кабинет чиновника. Никогда в жизни не был в кабинете чиновника. А, всем служащим канцелярии, по приказу короля каждый из вас обязан оказывать графу Калиостро содействие и предоставлять ему все, что он пожелает взять с собой или изучить. Тиру де Кроссен, генерал-лейтенант полиции. О, записи аббата. Допустим. Ух ты ж, какая штучка интересная. Наверное, я не отсюда буду прыгать. Бочки. Ничего. Очень плохо. О, а вот здесь что-то есть. Я буду прыгать вот отсюда. Прыгнул. Проверяй. 33 раза. Что это такое? А, это способность у моих... А я даже ни разу ее не... Это... Давай тогда, наверное, все-таки сверху прыгну. Я просто боюсь, что я сверху, я не смогу попасть. Нет, смог. Ага. Хорош. Вот и сундучок нарыл. Запасной рычаг, пожалуйста. Куда ты? Не спеши, не суетись, не стоит тебе туда спускаться. Там больно бьют. Зачем? Наверху потусуйся пока. Никто же к нам не поднимется. А ну. Опа. А сделаю вид, что меня здесь не было. Бляха, это было больно. Так, смотри, он меня потерял из виду. Но вот стрелок-то не особо-то и потерял. Мразь. Ай! Дважды мразь. Ой, а что у меня с хп? Хп позакончилось, прикинь. Ты меня своей этой не надо. Я понял, больно. Вот и все, скотинка. Последняя хилка, кстати, ушла. Надо что-то с этим делать. Я, конечно, понимаю, что у меня тут висталка совсем рядышком под боком, но если я на нее присяду, то все эти твари появятся обратно. Фига ты ремонтируешь. О, еще одна. Давай. Заодно и уровень возьмем. Собственно говоря, почему бы и нет. Ага. Так, улучшение по ячейкам модулей. Один у меня ключ. Улучшать я хочу что? Давай еще ловкость возьму. Оружие у меня висмут. Висмута нет в магазине. Висмут есть, но 5000. В принципе, с другой стороны, 5000 звучит не так уж-то и много. Вроде как. Заперто.
Ага, ключик нужен. Ладно, я сейчас найду, вернусь, подожди. Я ненадолго. О! Так, Ваше Величество, в свете последних трудностей я понимаю ваши опасения касательно того, как долго ваша самая прославленная армия продержится в бою. И все же смею заверить, что научные разработки, лежащие в ее основе, давно преодолели этап несмелых экспериментов. Весталки размещены на стратегически важных позициях по всему городу. Чернь бунтует, не сомневаюсь, потерь будет больше, чем достаточно. А потому уверяю, вашим механическим солдатам хватит энергии, чтобы сокрушить предателей и подавить восстание. Окей. Хорошо. Ой, гражданские штаны, гражданские башмаки. Да ну ёб вашу мать, ты чё ж за говно-то попёрло? О. О, как это я чуть не пропустил. Почему такой откровенно говёный шмот? А, я забываю... Да, что я ж локации перепутал. Ага, нормально. Ебать, это копье! Я боюсь предположить, кто его бросил. То бишь кинул, то бишь метнул, то бишь швырнул. Ага, это я обратно. Не, я не пойду. Охренеть, не встать. Улучшенная разрывная граната. Так. Я не могу понять, я тут был или нет. Я просто сейчас спущусь, а потом подняться как? Никак. А где тварь, которая по мне стреляет? Вот так вот. Мразь. Угу. А там, кстати, что-то лежит. Нихуя себе. Блин, наверное, надо... Придется сходить туда упасть. Хорошо. Ага. А как мне обратно? Ой-ой-ой. Я ж слышал тебя, музыкант, ты хуев. Говно ты бременское. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же я ненавижу вот этих здоровенных хуёв. Ага. Ай, больно. А это как?
Нихуя себе, это он меня просто загасил во время прохиливания? Ты ж. Да ты перестань, мне тебя еще не хватало тут. Скотина. Это он меня во время прохила просто взял и гасанул. Хера он черт, конечно. Да зацепись ты уже. Я понял. А почему? Почему не срабатывает? Игра, что сегодня с тобой? Ты давай не тупи мне. Ну а теперь я допрыгнуть не могу. Здравствуйте. О. Почему-то у некоторых мобов здоровье не показывается. Не знаю, с чем это может быть связано, но тем не менее. Подожди, а если... Он не цепляется здесь. Блях, ну стоял же неподвижно. Да как так-то? Короче. Ага. Ой, это чего? Он стрелять еще удумал? Ах, эти битвы через текстуры меня напрягают. Вон как долго крутит. И что тебе удалось найти? У меня почему-то Google активировался. Ой-ой. Что ж мне с тобой не сделать, тварь? А, ты не замерз? Так, а в смысле? У меня Н-ка куда-то пропала. Ф-ка. Выносливость. Все перебрал уже. Н-ка, Ф-ка, выносливость, все пропало к хуям. А, он еще один трубадур стоит. Я и думаю, где-то я их слышу. О.
хуй там. Еще одна разрывная граната. Кстати, улучшенная. А можно мне, пожалуйста, вернуть показатели здоровья у врагов? Уж очень неудобно без них. С другой стороны, это даже, кстати, интересно. Все? Здесь больше делать нахуй? Ага, все, я понял. Ладушки. Так-то хуета, можно было туда и не ходить. Всегда энка заканчивается именно тогда, когда он собирается прыгать. Ага, а это куда дверь? Подожди, не понял. Это, по-моему, взад в обратку. Я туда не хочу пока. Ты скотина, мразь, а я тебя услышал. Угу. Так. Я немножко недопонял, в каком направлении мне сейчас двигаться. А, ну, все верно, тогда иду. Мразота. Пробил. Фига пробитие. Хорош. Здорово, великолепно. Да, ну это все, я понял, где это. Подожди, а... Не-не-не, а да-да, не-не-не. Да-да, не-не-не, все, подожди, сюда. Верните, пожалуйста, показатели по здоровью, серьезно. Так. Сюда. Сюда. Подожди, дурачок. А как мне туда пройти? Я что-то не помню. Где-то просто надо залезть наверх. Воу! Дружище, ты чего? А, точно, все, вспомнил. Ага. Здрасте, вы мне тут пушечными ядрами стреляют. Достал я записи, дружище. Забирай. Слава Господу. Какое благо видеть вас в целости и сохранности.
Это ваше. Кем бы вы ни были, благослови вас Бог. Наша благодарность не знает границ. Вероятно, вы уже знакомы с месье Жульеном Раймондом из далекого Сан-Доминго. Он один из самых выдающихся членов нашей организации. Кто это? А вы, мадемуазель? Как ваше имя? Меня зовут Эгида. Ну, конечно, Эгида. Могучий щит и карающий бич Зевса. Сам ты бич. Это, бля, тогда у моста Понфюм, когда вы прикоснулись к перстню, можете объяснить, что произошло? Я не могу объяснить даже, что с тобой происходит, ты что? Я видела образы, видела, как монсеньор читает проповеди. А что это за происки дьявола? Это объясняет, почему вы застыли на месте. С тобой вот что такое интересно. Когда я к нему прикоснулась, меня перенесло в другое место. Тот самый загадочный мир, в котором пребывали вы, монсеньор. В преисподнюю? Или чистилище? Я услышал зов перстня, он приказал мне дотронуться до него. Невероятно. Нечто подобное и ранее с вами случалось, не так ли? Верно. То же самое было еще с двумя вещами, которые я нашла на площади Дофина. Дофина. Что там произошло? Я видела, как у вас отобрали распятие. А затем вас заперли в этом ящике. Ну вот, как я и предполагал. Это то место, где я нашла вашу Библию и распятие, монсеньор. Как вы узнали, что они принадлежат мне? Они велели, чтобы я вернула их вам. Вы пришли в сознание только когда я это сделала. Это безумие. Не будем делать поспешных выводов, монсеньор. Взгляните на это, Эгида. Это старинный документ, который попался мне во время исследования. Кажется, я наконец разгадал его смысл. Это треугольник с одинаковой надписью у каждой вершины. Мими, что в переводе с древнегреческого означает память. А в центре открытый глаз, что символизирует пробуждение, вы понимаете? Я не могу сконцентрироваться, пока тебя пидорасит. Эгида, образы, которые вы видели, это воспоминания монсеньора де ла Фара. Три отголоска прошлого, связанные с его личными вещами. Три воспоминания, отнятые с помощью темной алхимии. Без них его разум остался бы потерянным, неполным. Он бы так и не пришел в сознание. Но вернув ему три вещи, Эгида, вы спасли его бессмертную душу. Скажите, Эгида, когда вы были в кабинете чиновника в Шатле, вы не видели кожаную папку возле бумаг аббата? Нет, монсеньор. Ах, досадно. Очень досадно. Монсеньор? Вы все еще чувствуете влияние того другого мира, пленником которого вы были? Другой мир, как вы его называете, Эгида, это самый настоящий ад. Гиена огненная, куда Господь отправляет тех, кто поклоняется зверю. Но ад отверг меня. Возможно, Всевышний дал мне шанс искупить свои грехи. Не знаю. Какое задание вы дали аббату? Святая Инквизиция поручила мне присматривать за графом де Калиостро. Этот шарлатан мнит себя ученым-гипнотизером Месмера. Кроме того, похоже, ему удалось снискать положение короля. А до меня доходят тревожные слухи о Калиостро, из-за которых его могут отлучить от церкви. Говорят, он может заставить мертвых говорить. Представляете? Я попросил аббата осмотреть окрестности мастерской Жена де Вокансона, где графа часто видели на протяжении нескольких недель. Я не могу раскрывать подробности, но то, что аббат там обнаружил, напрямую связано с событиями, из-за которых Париж погрузился в траур. Окей. Так, ладно. Я попрощаюсь с вами, мисс Монсеньор. Подождите минутку, пожалуйста. Вы ведь одно из созданий Калиостро, не так ли? Что вы хотите сказать? Когда вы пробудились? Я не понимаю, монсеньор.
Ну, как же сказать, вот вы говорите, думаете, вы, кажется, действуете по собственной воле. Так было не всегда, это очевидно. Согласитесь, не все автоматоны такие совершенные, как вы. Я пытаюсь разгадать тайну вашей истинной природы. Скажите, каковы ваши самые первые воспоминания? На этот вопрос у меня нет ответа. Как странно. В таком случае, можете ли вы рассказать мне, кто научил вас всему, что вы знаете? Что я знаю, мансиньор? Как бы так выразиться, чтобы вы поняли? К примеру, вы зовете меня мансиньор. Откуда вы знаете, что именно так нужно обращаться к представителю духовенства моего ранга? Я не могу это объяснить. Мне кажется... Продолжайте, Эгида. Мне кажется, это знание принадлежит не мне. Вот так-так. Вы это слышали, Аббат? Каждое слово, Монами. Так, ладно, пошел ты нахуй. Я что хотел вообще узнать? Ага. Куда мне дальше непосредственно двигаться? В селе у меня нет никаких заданий. А в доме инвалидов у меня нет... А, второстепенное задание, кстати. Подожди, я тогда поехал до кареты. Где моя карета? Туда 105 метров. Ох, ты ж как высоко-то, блядь. Ага. Не, ну до кареты-то я должен дойти живым. Ох, бля, тупик. Так, тихо. Подожди, я к карете иду. Я иду к карете, сажусь в карету и сваливаю отсюда нафиг. Отстаньте, пацаны. Вы мне надоели, все, вы больше мне не интересны от слова вообще. Хоп, войти в карету, переместиться, да. А, значит, смотри, здесь у меня нет ничего. Здесь у меня есть второстепенное задание. Крюк у меня теперь есть. Прыжок удлиненный у меня теперь есть, то есть рывок в воздухе. Соответственно, по идее, я могу каким-то образом туда попасть. Инфосотка? Вообще нет. Но вполне может быть. Я проверю, чтобы здесь точно ничего. Здесь тоже ничего. Сен-Клу. Только персонажи. Ну, все, тогда здесь остаемся. Во, видал? Хопа. Вот только появился и сразу там, где надо. Вот так вот. Я тебе говорю, что мне надо сюда. У меня уже все есть для того, чтобы здесь ходить. А где дурачки? А он какой-то дурачок стоит здоровенный, сбитый. Ну или с дубиной. Эссенция благородной души. Хорошо. Ой, кто-то по мне стреляет. Так, здесь мне нужен инструмент. А ты меня видишь, дружище? Да верните здоровье-то! Ах ты ж, падла, грым, за тварь, скотина. Смотри, что творит, а. Это сколько? Две хилки он у меня отработал. Ладно, я справился. Мне куда-то залезть надо?
Не понял сейчас. Так, мне, чтобы сюда пробраться, надо вообще все собрать, а также инструменты, что... Вот еще инструмент какой-то. Не, ну, да, неужели тут ничего нет? И реально ведь не ухватиться ни за что. Бляха. То есть я, получается, жопой рисковал просто так. Угу. Весело. Допустим. Ладно, поехали тогда дальше, на следующий остров. Или в следующий город. Почему, кстати, остров? Поехали. Улучшения. Так, нет, снаряжение и инвентарь. Раз, два, раз, два. Чё это у меня получилось? 11 тысяч. Улучшения. Хорошо. Бляха, я ж хотел купить, чтобы оружие прокачать. Ну ладно, не получилось. Ну, в следующий раз. Давай, 5 тысяч мы купим. 5 тысяч. И прокачаем немножко свое оружие. Ну, блядь, ну надо. В конце до концов, сколько можно. До люксембургского ансамбля дошли. Месье Лавуазье надеется добиться освобождения Жеда де Вакансона из тюрьмы. Я должна найти его и помочь ему убедить графа Прованского. Блях, ну хоть бы баррикаду поставили. Что за невидимые стены в 2022 году? Я понял тебя. О, халява. Халява, приди. Я посмотрел, никого наверху не было. Так. А зачем мне сюда? Туда? А я туда не допрыгну. А нет, допрыгнул. О. Фига себе. И всего-то эссенция какая-то жалкая. Ладно, хер с вами. Улица... Чу... Ну чё за хрен? А чего это оно? Оно их бафает? Фига себе. Это хреновина бафает их. Допустим. Конечно, очень интересно. Наверх я могу как-то зацепиться? Нет, да? Ладно. Угу. Бляха, а почему ничего интересного-то нового не дают? Новый шмот, новое оружие, новое хоть что. О. Братан, скинь сундук, пожалуйста. Нет? Подожди, дружище, я сейчас как-нибудь к тебе попаду, по-любому.
Нах, из-за этого бы зацепиться залезть. Подожди. А ты где разговаривают? А открывайте дверь. Подожди, а как же мне туда наверх? С этой стороны никаких ни балконов, ничего нет. Нет, хуета какая-то. Значит, где-то, видимо, в другом месте можно залезть. Очень интересно. Разберемся потом. Допустим. Есть тут... Блять. Есть, еще как есть. Автоматоны, посещавшие здесь столько смертей, что посеявшие, обуревало невероятной жажды разрушений. Бляха, это говно мелкое, оно еще и будет... О-о-о! Оно его еще и бафать будет, потому что, да? Ай, больно! Ах ты ж с электричеством, скотина. Отлично. Не, ну паралич, конечно, зарешал немножко. Зарешал. Открывайся. Есть контакт. Тюрм... Ой, смотри-ка-то. Не, ну это же, ну, хуета, ну, серьезно. Ой, это где-то мясник. Бляха, где-то мясник, походу, этот ножи свои точит. Сволочь, найду пизды дам. Подожди, почешусь. Ой, хорошо. Так, я сюда. Нет, спасибо, я лучше сюда. Давай сражаться. Раз на раз. На кулаках. Я же тебе говорю, на кулаках. Алло. Бляха, охлаждение поперло. Ой, отличненько. Мне определенно надо оружие прокачать, чтобы паралич увеличился. Я только не помню, от этого паралич увеличится или нет. Или это от прокачки ловкости там паралич бафается. Я ведь не помню. Ладно, не страшно. В любом случае у меня пока нет 5000. 5000. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди. Ходит такой веселый. Не, ну он реально на позитиве.
Ах! Да я ж нажимаю в сторону. Охренеть, что тут деловые какие-то мужички пошли. Чё такие? Да что ж ты, блядь, ну хилку маленькую я хотел. Какую на граната парализующую гранату просрал одну. Обидно, жалко. А чё, дверь не откроем сегодня? В смысле, дверь не откроем? А я тогда куда пойду? Рычаг где-то, да? Нет. Залезть куда-то, значит, надо. А, ну да. Ага. Ниндзя, стелс. Куда ты? Бляха, ну вот... Что-то было болезненно. Да перестань! Сука, опять бафается. Моё. Угу. Такую хуйню лучше не вытворять. Главное, он находится уже в параличе и при этом все равно свой прием завершил. Какая ж ты падла, конечно. Скотина. Ненавижу. Тварь. Ну, все, хватит. Наверх это понятно, там мы были. Ой, 5000, я могу оружие прокачать. Так, игра быстро мне подкинула висталку. Спасибо. Вот так вот. Наверх я куда-то могу? Так, там пацан отдыхает. Не, наверное, не могу. Давай. Ой, фига себе, время-то прошло почти 50 минут. Как время быстро летит. 5402. А мне не хватит. А, подожди, я покупаю вот так вот материал. Я хуй знает, где его найти. Дальше я перехожу в снаряжение. В инвентарь делаю вот так. Делаю вот так. Потому что мне это необходимо. Потому что оружие прокачать на халяву тоже нельзя. И делаю вот... 5000! Бо. Паралича немного качнули. Так, допустим. Угу. Ладно. А, кстати, давненько что-то модули не перетряхивал. Равновесие, физический урон.
воздействие алхимии. Так, нет, нет, нет. Пока я жива наружу, вы не выйдете. Вы хотите, чтобы я остался в вашей проклятой гостинице навсегда? Странно, вы обращаетесь со своими постояльцами. Я хочу, чтобы вы остались живы, Монами. Полно вам, будьте благоразумны. Машин больше нет, пусть свободен. Ни за что. Вы не пройдете через эту дверь, пока я не разрешу. Чем я это заслужил? А. Так, прошу прощения. Боже правый. Ну что, я была права, мой милый господин? Вы можете помолчать. Хотите, чтобы нас убили? Не бойтесь. Я не причиню вам вреда. А, и все? Так, выслушайте меня, пожалуйста. Все, съебнули. Так, там на балкон как-то можно залезть, там, потому что рядом с дурачком что-то полезное лежит. Ой, сохранение пошло. Вот тут будет меня сейчас пиздить. По-любому. Ага, странно. Очень странно. Туда я не хочу идти, если честно. Но, судя по всему, придется. Бронзовый слиток. Ну вот бронзовые слитки я нахожу, а эту-то дичь мне... О! Ты кто такой? Хер тебе. А вот я и испытал новое свое оружие. Ну как сказать новое, оно старое, но оно просто прокачанное. Часть, видимо, каких-то ресурсов, ну не видимо, а 100%, я, возможно, пропустил, я этого не отрицаю. Но, как говорится, что нашел на первом прохождении, то и нашел. А что не нашел, то не нашел. Следовательно, что потерял, то потерял. Куда пошел, туда и дошел. Я думаю, ты понял логику. Угу. Зачем нужно это быстрое убийство, если оно быстро не убивает? О, как бы наносит много урона, да, но оно ничего не убивает. О, подожди, а как? Блях, это что за дичь? Почему там наверху всякого разного много интересного, а я туда залезть не могу? У меня же тут нет способа ни зацепиться, ни залезть, ничего такого. А. Минус раз. Отлично. Минус два. А вот туда мне как? Наверняка как-то можно. Блять. Пацаны, я случайно сюда зашел. Я можно потом к вам? Не, ну я серьезно случайно, я не сюда хотел совершенно. Бля, пацаны, пизда. А ты не... А, вот, все нормально. Только хотел сказать, ты не прихерел ли, дружище? Живой остался. А где я тут упал? Как мне обратно залезть?
А. Кто? Мразь. Гадюка, змея. Раньше они меня бесили. Ну, честно говоря, я сейчас немного подбешиваю, конечно. Но обычно только в тех случаях, когда выпрыгивают непонятно откуда и непонятно зачем. Есть. Угу. Так. Хорошо. Отлично. Зачем надо было так усложнять? Серьезно, зачем надо было так усложнять? Я получил всего лишь там пару эссенций и ничего такого, ну прям супер-пупер важного или редкого. А, еще и на выход обратно вернулся. Зацепился, называется. Гениально. О. А, так подожди. А. Бронзовый слиток. Ну, уже куда ни шло, но на самом деле тоже хуета еще там. Блин, как бы это странно не звучало, они у меня бронзовые слитки есть, и они мне не нужны. Не, не сюда. Подожди, а куда тогда? Ну слушай, прокачка чувствуется. А я могу вот это взять? Да, спасибо. Просто порой бывает так, что ты играешь в какую-то игру, да, оружие там качаешь, и ты не замечаешь, что оно у тебя становится сильнее. Elden Ring, например, там, ну, не всегда заметно. Иногда прокачал и вроде такой, серьезно, а что, что-то поменялось? А тут нет, прям видно, ощутимо чувствуется. А еще ощутимо чувствуется, что оптимизации здесь нет. Вообще нихуя. К сожалению. Вот инструмент, пожалуйста, опять. Где я должен тебе его взять? Аж стихами заговорил. Здрасте. Ага, кузнец еще один стоит. Кузнецы меня не пугают, они очень хорошо поддаются параличу. Это если что, я нажал... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На! Вот и все.
Я тебе говорю, они очень хорошо поддаются, подвержены параличу, поэтому с ними сражаться сплошное удовольствие. Или одно удовольствие, не знаю. Давай, я хочу этого. Рапира и дага. А, ЕЦ, ДЦ. Паралич 31, паралич 43. Но это уже прокачано. Это какого уровня, извини меня? Ну-ка. Да, по-моему, то же самое. Базовые характеристики я, конечно, сейчас сверить не могу, потому что я не помню базовые характеристики изначально своего фальшиона. Вот. Ну, в целом ясно, что это та же самая хуйня. Ну, как это может быть чем-то другим, если даже мувсет, понимаешь? Мув точно такой же. Следовательно, и херня это будет точно такой же. Могу ошибаться. А мне похуй. Качать уже другое оружие я явно не намерен, потому что, ну, это уже все нет. Очень дорого. Вообще хотелось бы весталку уже найти в какой-то веке. Допустим. О. Непосредственно дверь. Я ее искал. А, это короткий маршрут. Нет, я не ее тогда искал. А чего я тогда искал? Так, там пацан на балконе отдыхает. Короче, что-то я точно искал и нашел пока весталку. Ага, там кто-то отдыхает. Здесь что-то есть. Ладно, допустим. В принципе, пока ясно, пока неплохо. Улучшение. Что у меня тут доступно? А, оружие. Паралич плюс 3. Сабли и фальшиона. Гида может проводить атаковое вращение, обрушивая на противника в град удара. Ну, если меня не выбьет. А, кстати, мастер ловкости будет уже Б повыситься. С, Е. Здесь Д. A, B, C, D, E. То есть Д это как бы лучше, чем Е. Здесь 5 уровень, то есть их, ну, как бы сравнивать нельзя. Мне кажется, что физический урон вот здесь будет больше, выше. 66 уже идет и 11 баф. Здесь 85 и 11, но это идет на втором уровне, а это с 4 на 5. У меня надо брусок висмута 2. Орихалковый слиток какой-то. И 2 чугуна. Угу. Хрень я не буду качать. Я вообще другое оружие не буду качать, потому что мне 100% не хватит, в принципе, никаких ресурсов выкачивать несколько видов оружия. Покупать материалы тоже достаточно дорогое удовольствие. Соприем, контратака нет, равновесие, сопротивление льду, критическая атака во время использования. Здоровье Эгиды умеренно восстанавливается всякий раз при совершении критических атак. Что за критические атаки здесь? Броню и равновесие Эгиды почти на нуле. Сущность души, выносливость, уровень огня, урон молнии. Понятно. Ничего интересного. Тогда я тоже пока продавать не буду.
Ладно, хорошо. Закончим тогда пока на этом. Продолжим в следующей серии. Так что, если интересно, то обязательно подписывайся на YouTube, на Telegram, на Boosty. Пиши комментарии, ставь лайки. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр. Oh my God.